Здравствуйте, дорогие мои. Меня зовут Сергей Юрьевич, если вы не забыли. Я вас приветствую на канале «Заметки нумизмата». Сегодня у нас разговор пойдет о двух пробных монетках. Вот, дорогие мои, ко мне в руки попали две очень интересные монеты. А именно, две копейки 1863 года чеканки с обозначением Екатеринбургского монетного двора. Но при рассмотрении я увидел необычную вещь. Монеты, когда их переворачиваешь, оказываются кверху ногами. Эти монетки чеканились не в Екатеринбурге, а в Брюсселе, на Брюссельском монетном дворе. О том, что они были начеканены в Брюсселе, говорит тот факт, что монетки вращаются вокруг своей оси по горизонтали, то есть так называемый монетный тип вращения. Что это значит? Это значит, если я переверну монетку по горизонтальной оси, то она снова будет читаема, как положено. Если же я поверну монетку вокруг вертикальной оси, то есть вот так, то изображение будет как бы кверху ногами. Если обратите внимание, то гурт у этих монет гладкий и абсолютно ровный. Никаких надписей, никаких рисунков, никаких изображений не нанесено. То же самое и на медно-никелевой монете. То же самое, абсолютно гладкий, ровный гурт. Казначейство частенько заказывало чеканку монеты на иностранных монетных дворах, когда мощностей своих монетных дворов не хватало. А именно в 60-е годы наметился дефицит мелкой разменной монеты. И проводились всякие эксперименты по чеканке монет нового образца. Это именно те самые пробные монеты. Вот, дорогие мои, я вам рассказал про пару интересных монет. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Это был я, Сергей Юрьевич, и канал «Заметки нумизмата». Увидимся!